Okay. А что вы там? Не в одном месте стоите, куча стоит. Куда вы? Бегаем. Больше жопой ко мне стоит, чем бьет меня. Дебильная какая-то игра. Мотофакафт. Короче, я отлетел, да? Запорол? Ну, я увидел, что летит, я завис. Да. Короче, не, он выжил, выжил, он, думал, упал. Захилил. А, типа копье словил? Ну да, я видел, меня летит, короче, я отбегать не завис. Чё, ты же обычные чутки не дал? Тут, короче, этот, смотрите, тут такая тема, все хранители запущены, по нам и дамага меньше летит намного, и мы дамажим больше, и хилим больше, и все охеренно, короче. Вот, сейчас ачивка, на первой фазе она делается. Я 2 минуты ребутнул, короче, давай. Я, блядь, лагаю, что-то. Сейчас, давай, 2 минуты. Ролли на ручь пока. Ручь, которая упала. Да они ж кожаные, кому не нужны. Они не персональные. Ой, я продам. Блять, ну хера себе. Все тут не персональное падает. Собрали. Тут этот хлам еще покупает. Сколько это стоит? 10? Ну я за 1к продал в тот раз их. Ничего себе. Как покупает, блядь. Вот. Блин, столько хлама накопилось. Короче. Так, Вуди, мне надо будет зайти на протовара. Мы с Этерники будем... Вот тут, где мы стоим, да? Вы будете тут все стоять. Мы будем стоять... Я вон у колонны, где стоит Торим. Этерники у колонны, где стоит Ходер. Вот. Там мы будем стоять, типа, на рейнже, чтобы вы нас доставали хилить. Ну, чтобы до вас... по возможности не долетали вот эти стрелы темные. Я соберу 4 мобы, Этерники 5, или как, или я 5, или 4, вот. И тех мобов, которые будут к нам бежать, нужно 9 мобов, нужно их подбивать. Подбивать будет Прости, Удиалин, кто еще, ну, Сова тоже так кидает там. А не лучше их в одну точку всех свести? Нет. Потому что мобы, когда взрываются, дамажат себя тоже. Таких же мобов, как они дамажат своим взрывом тоже. Так как они по механике дамажат. Ну так это как раз и поэтому я и хочу их всех вместе свести, чтобы они быстрее залились вместе. Они не засчитываются в ачиву в том случае, если они умирают от своего взрыва. Они засчитываются в счетчик ачивы только в том случае, если они умирают от твоих ударов. Поэтому мобов мы будем добивать. Я не помню, сколько у них хп. У них до 50 тысяч, короче, будем добивать, там глянем по ситуации. И посмотрим, сколько будет засчитываться. Вот. Ничего активировать, бегать не будем, будем ждать их просто. Попробуем так. Если не получится, если будет, типа, ну, не должно убивать 5, короче. Хилы у нас. Значит, волшебно по танкам нон-стоп. Коломоец за рейд, там цепнуто, если будет рейд лететь. Стрелы. Как больше к 9 мобам, можешь чешку отдавать по ситуации. Вот. До 50 тысяч будете подбивать и стопать. Сейчас там Apple Box зайдет. Ты заходи в ворота. Я тут захожу. Да, это.
На тебе Рела. Так, а чё, так же собирать типа 9 штук и потом падать? Да. Давай я в медведя тогда спехнусь. Не надо их в одну точку собирать. Они взрывом себя дамажат. Нам не нужно, чтобы они себя убивали. В очиву они не засчитываются. Добивать их будем по команде, по одному. У вас пятки же засчитал и залили. Там их больше было. Ну, КП у них разное было. Ну тут, я не знаю, так не сделаешь. Если не сделаем, как я говорю, попробуем сделать, как ты говоришь. Ну ладно. А ты войт на кого? Кирилл, убери свой добычу. Да, добыча не нужна, мы только эту чиву сделаем, пойдем, я на БДК зайду. Дальше до конца. Давай, пати. Пати, давай. Надо будет не масуха бить, а по одному и успеть за 12 секунд это сделать. Сейчас. Кого бить? Тут мобы будут появляться. Их надо будет бить. Вот. Значит, так. Все, чек на пул. Дай ассиста или что-то там дай. Ассиста. Блять, вот чат отключить. Этернит тут. Этернит. Вот. Смотри, короче. Ты, короче, бежишь вон туда, под колонну. Стой, не беги, блять, уйдите. Сука, запустите же. Ты пойдешь вон там, где колонна, где ходер стоит. Я под ту колонну, где Торим стоит. Мы там будем с тобой. Твои, короче, 5 мобов. Ты типа круче. Вот. Мои 4 моба. Вот как мы их только накопим, ты 5, я 4. И пацаны в то время, пока они к нам бегут, будут подбивать их до 50к и стопать. То есть до 100к подбиваете и не дотаете больше. Вот. Вы стоите все вот тут, где шкаф стоит. Ну, по возможности, там, чтобы дотянуться хилом или чем-то, подходите, варьируете рейндж. Или говорите, нам ближе подойти. Вот. Когда 9 мобов будет у тебя и у меня, ты скажешь там или что-то, или чтобы пацаны сказали. Я увижу, когда на мне 4 моба будет. И тогда мы начнем их бить. Нужно убить их всех за 12 секунд. Подбитых. Вот. Блять, чек на пол. Все, стойте тут. Сейчас запустим эту дуру. Пойдут мобы. А ты посмотрел какое-нибудь видео, как делают? Этих извергов. Все, я стою вот тут. Обратите гнев и ненависть. Ловлю петухов. Давай, ты ловишь. Давай по очереди пока половим. Первый твой. Их. Бейте без промаха. Не беги близко, а то будет стрелы в тебя лететь. Да, да, не щадите их. Кто МТ? Два танка, вар и паладин. А МТ, МТ, кто? Ну, кого на кощи ты кидать? На него кидай, на нем 5 мобов будет. Да, хватит. Близко не подбегайте, ребята. Так, это мой. Ну, ладно, пусть твой. Ладно, мой. Иди сюда, дурак. Сука. Не вижу протоварность. Дайте ему хотя бы ударить. Как же ШП лучше не тут. Умер. Кто умер? Никто не умер. Мог. Не бейте его. Там сука. Один страж уже умер. Блять, не надо дотать стоишь, вообще. Не надо дотать вообще, просто такими прямыми скиллами бить. Короче, до 100к надо подбивать. Все, не доты, типы, все, стоп, не будет, ничего не делай. Надо подождать. Мне кажется, мать. Так, у него один, у меня один. Все, не бейте 100к. Не щадите их! Бейте без промаха! С
смотрите, чтобы стрелы до вас не доставали. Так это вот бьет. У меня два. Ударил. Там еще к тебе один. Смотри, будет, короче, у них на них Сара вот это вешает дебаф, который им ХП жрет. Вон злость Сары, смотри. Вот убить не надо, по идее. Нет. Уже два у тебя. Их бить, по идее, не надо. Да, их вообще вам, по идее, бить не, ну, не следует. Сейчас я смотрю, засчитает. Вот сейчас не бейте, пускай он сдохнет от этой злости Сары, и я смотрю, засчитает, засчитывает его чего или нет. У меня счетчик не включался. Так, на мне три врут. Тогда мы сами пойдем. К3. Короче, по вам стрелы мало дамажит, все, живите. У этого два. Ну так он. Ну они по 6 кадров дамажат. Так, у него три. Ого, сейчас я смотрю. Ну отойдите дальше, значит. Отойдите, чтобы до вас стрелы не долетали, ну. Да его не защитить. Смотри, короче. То, это не от того, что они взрываются, они наносят урон друг по другу. Это на них Сара кидает дебаф. Когда они вырастают, такие вот гнев впадают в берсерк. У них начинает ХП отниматься. Вот если так они дохнут в этом берсерке, то тогда их не засчитывает вообще. Короче, Тернити, пошли, пробежимся по центру. Подбегайте к нам ближе, сейчас попробуем мобов нагреть. Пошли по кучам. Тут ДЦ-шку бы. Давай, пока ход и рейд. Ход и рейд. Давай, Гер. Давай, звездопад. Гер. Толстан. Я умер. 5 засчитал, опять засчитал. 5 засчитал, да. 2 секунды осталось. 6 засчитал, 5 засчитал. Все, падайте. Давайте попробуем так. 24-й страж, блядь. Че, собирайте типа по всех. Умрите, портуйтесь, портал сразу сюда. Быстрее умирайте. Да, тут БДЦ-шку, конечно, на этого. А сейчас не надо будет, я там волну по ним дам. И нам должно хватить 12 секунд. Филиппер, так же делаем, да? Ну, нет. У кого хулипал там есть? Я вот не знаю, в принципе, блин, тут толку-то нет от паладинов. Да пробуем так, блядь. Там дашь Геру, короче, как мобы эти будут. 5 засчиталось здесь. А Гера когда 4 минуты? Зрители, кафуба. Сейчас моб вылезет. Симоня на перне. Здесь. Кастей, значит он там далеко стоял, хуй знает. Пускай стоит. Стражный 28. Сколько минут КД от Геры? 2 минуты. У кого-то инженерка есть? Да. Короче, копим моба по 2, наверное, с Этернити, и потом бежим по лужам. Филипец с инженеркой. И кто еще с инженеркой получим, бежим. Вот. Паладины, не стремаемся прожимать баблы, когда летят в рейд стрелы. Я вас всех в одну пати кинул. Не должны умереть. Филипец вас хилит. А, приоритет хиль первую пати.
цепухой там нормально. Всякие эти маги блинки, если что прожмете лок, там защита от темной магии может поможет. Охранители же бафы сейчас работают, их не, да? Что их не вижу. Мы бить ночью не надо появиться. А. Любой, да, надо запустить. Ну все, давайте, короче, чек на пуль. Сейчас Гера как раз откатит. Потом пока бежать будем, активировать. Там уже это самое. Волну дам Геру, да? Геру дадите, и это самое. Все, вот этого беру. По два моба копим, да пробегаем. Никто не бьет мобов. Только танки. Пару ударов. А чё, она, блядь, не запустилась? Вот, запустилась. Отойдите подальше, чтобы у вас стрелы не попадали. Там рейнджами 30 метров. Против его прислужников. Вот не забегайте! Не очкуй. Так, у него моб, у меня моб сейчас у него еще будет. Использовать эту способность. Все, сейчас у тебя будет. Да, не щадите. Бейте без промаха. Все, подбегайте вперед. По кучам, инженеры, по кучам пробегаем. Бейте без промаха. Бежим по кучам, все активны. Сводим. Сводим. Собери. Ну или бить или падать. Не, на залп заливает. Вот тупица. Ну и хули делать нахуй, сука. Давай в три танка. Да, блять, ёбаный в рот. Или в три хила. ДЦ, кстати, вообще будет топово здесь. Да не, блядь, ДЦ, блядь. Сука, ж, не соберу, ДЦ не буду собирать. Давай, пулбокс в танк. Будем в три танка, блядь. Погодите, здесь Вирагоса где-то рядом. Умрите, блядь. Умрите, бой висит. Кто там? Снимай, чё однако на тебе, почему ты не умираешь? Блять, мобов нету, да? Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Умирай. Собери моба, умирай. Блять, на кого они бегут? Она в глыбе. Там глыба вешает. Вирагосу где-то видите? Какая Вирагоса, блядь? Какая еще Вирагоса? Рарник. А, да похуй. Почему мобы бегут куда-то, блядь? Чё за хуйня? Вот она. Слышь, блядь. Лети к Удиале. Иди. Волшебно, согри мобов. Вот. О. Пиздец. Не двигайся, не шевелись, ничего не жми. Сейчас придут, портуйтесь, ставьте шкаф. Тебя суманут оттуда. Попробуем три танка по три моба держать. Никто их не будет бить, танки будут подбивать. Только вы будете стоять далеко. Только хилы близко, чтобы хилить меньше было людей. Сейчас так попробуем. Булбокс, верните. Так может это? Что? Что? Там Этернит есть, хули пал, типа ПВПшный. По каждому танку, типа, будет хил. То есть хули палы через частицу хилят себя танка, когда в них залп прилетает. Ну, аэршам, ну, типа. Мы в танке быстрее в себя. Сейчас мы сделаем. А у этого есть же танк. Джаз. Безумие.
Мы с Этерните стоим там же. Apple Box стоишь с рейдом. Или давай не с рейдом, вон там ближе к центру, к Саре. Только не в Саре, вон где сейчас она стоит. Давай шкаф, суманем ее оттуда, а то, блядь, тучка сейчас какая-то активируется опять. Давай. Пиздец, ходи, сука, Торим. Спасают нас, когда не надо. Так снимайте эту вспышку. Вот, фулбак. Жрите рыбу. Ненавижу врачиву, блядь. Мы, значит, также разбегаемся, ты немножко вперед туда, треугольничком. Нет, нихуя тебя доставать не буду, блядь. Ты, короче, в рейде будешь здесь стоять, понял? Apple Box. Вот, трех мобов ты, трех мы по три моба. Никто мобов не бьет. Значит, косты кто умеет сбивать? Значит, как сделаем? Давай, Простя. Ты будешь сбивать каст мобу, которого держит Apple Box. Одного выберешь и сбиваешь по возможности. Так, кто еще может сбивать, блядь? Ретрики могут сбивать с потоком, да? В мелизоне будет стоять Animal Jazz. Выбираешь второго моба. Короче, под его каст. Под его каст волшебный поток. На следующий раз стан. Или сначала стан, потом волшебный поток. Потом опять стан. Вот, в каст мобу. И бить не надо, блядь. Просто каст сбить. Вот. Анорексия третьего моба, который подбежит к Apple Box, то же самое. Сначала стан в каст, когда он будет кастовать, потому что время рассинхронизировано. Мы посмотрим, ну, наши мобы 6 не должны вас зауешить, блядь. Будем жить, короче. Все, чекну. Так, Ретерните направо, я налево, Apple Box в рейде. Один моб уже есть, пошли, Ретерните. Иди туда. Сейчас эту дуру запустим. Скоро мы сразимся с главой. Да иди сюда, сука. Никто не трогает моба. Обратите гнев и ненависть против его прислужников. Не выбегай туда, тебе надо будет идти к воротам. Сука, почему не раньше такой бак? Не щадите их! Бейте без промаха! Только танки мобов бьют. До 50к подбивайте танки. Да! Не щадите их! Вот он не бесконечный рейндж. Вот он до вас сейчас, где вы стоите, не достает. Видите? Отведи к воротам своего моба. Вот. У нас по мобу. Иди, иди к воротам. Там состанет. Вот вы сейчас, кто у ворот стоите, мой моб до вас не докидывает. Вот так заебись будет. Мы не помрем. Вот видишь, не докидывает. Заебись. Заберу это. Меня два. Просто мобы помрут, понимаешь? Не помрут, вы же их не бьете. У моего 183. Я ж тебе говорю, у них ярость. Они впадают в ярость, она... когда им хп жрет. Да, да, не 100% да. Же она жрет. Она жрет где-то процентов по 20 за раз. Ну, поменьше, по 15. Бейте без промаха. Короче, копим мобов, не бьем. У Этернити сколько у тебя? 3? Сколько у него? 2. Его один сейчас сдох. Почему, блядь? Сука. Забирай одного. Похуй, ждем. Так, бокс 2. Да, да! Не щадите их! Бейте без промаха! Бубокса 2, да? Интернете помер там мог. Вот одному. Здесь косарь скинулось, короче. Вот у него осталось. 19к. Мой вот уже 49. Так, у тебя сколько там? 3, да? Давайте ждем. Да. Мы не вытерпим скоро. Слышь, что ты уже уедешь сильно. Все, бегу по кучам. Давайте Геру, бейте своих мобов. Просто большой кого. 4 засчитал, да? Только 4, да. А чё я стою, ничего не могу делать. Да ёбаный, сука, рот, нахуй. Как эту ачиву делать? Я в какой-то льдышке сейчас был, я не знаю, что это за фигня. Тебя хотели спасать. Да это сейф.
А что ваншотит? Да, что же ваншотит? Не, ну тут только пробегать, блядь. Короче, я знаю, как надо, блядь. Вы не должны бегать, чтобы мобы были в рендже. Чтобы они кастуют, видишь, я когда стоял там, они до вас не докидывали эти стрелы. Вы должны далеко от них стоять. Мы должны их собрать много. И как-то, блядь, прожить, хуй знает. Давай смотри, как еще попробуем. Я встану в центр, короче, прям у нее почти. Вы вот там по бокам. Хулипал через частицу будет хилить меня и хиля одного из танков, короче. Но рейд не будет получать урон, получается. Потому что залпы долетать не будут, а хилка до меня доставать будет. Не знает, короче, кстати. Значит, ну, просто надо... сейчас такая же фигня была, то что я держу на себе три моба, и они все клюют. Ну, упало в стан по 2 минуты КД. Давай сову лучше оставим для звездопада, а спехнем палу в протопалу. Да, заебись, нихуя. Ну или так. Охуенная идея. Давай, кто-то, думал джаз? И тут? Так вас же не мобы убивают, вас же какие-то ловушки взрываются, или что там у вас? Не ловушки, а мобы кидают стрелы. Рейндж 30. А. Сука. Понял. 10 эти мобы. Animal Jazz тут? Да. Все, ты в танке. Короче, давай в сову, в Apple Box. Короче, давайте так же, только теперь миксанем, короче. Мы будем, короче, пробегать по лужам, и у каждого танка будет по 3 моба. Вот, может поканает. И потом, блять, попробуем свести, наверное, да? Или не будем сводить. Короче, к танку прилететь не подамать дело. Мобы, которые держу я, будет бить Вуди Аллен и Филипец. Мобы, которые держу. Да их не надо бить. Ты, ну, ты, короче, чтобы говорю, у тебя не говорю, было. Я не говорю подбивать, я говорю бить на ачиву. Бить, когда геру дают бить. Чтобы на счетчик они шли. Вот, вы будете их бить. Типа, мобы по конкретных танков сводить не будем. Вот, ну, поближе сведем, но недалеко, типа. Не, это не совсем близко, то есть. Мобы, которые держат Eternity, будут бить Простя и Apple Box. Ну, ты еще звездопад, помимо этого, дашь. Мобы, которые будут держать Animal Jazz, будете бить Ретрики. Анорексия, один Ретрик, блядь. И дотами там дадите ауешку, наверное, столб, какую-то хуйню, короче, ливень, блядь. Но я все равно в центр встану, короче, вставать на всех столбом. Как хочешь. Смотри, чтоб в тебя глыбы не летели эти, блядь. Лучше в рендже стоят от танков. Вначале это не надо. Мы сейчас попробуем 9 мобов запулить, по 3 моба каждый. Так, на интернете нам сдил. Все, чек на пул попробуем так. Также мы... Ты право, я лево. Animal Jazz туда поближе к луже к этой. Прости, подошел. Все, побежали. И направо. Этот Animal Jazz чуть вперед. Забудь. На ХП. Ты там на ХП. Беги по лужам, три моба собирай. Эрнди то же самое. Его прислужников. Вон дальние собери и отбегай сюда. Терните на свою точку. Скажешь, как у тебя три будет. Так, сейчас у меня один, второй. Сука. Не щадите их! Бейте без промаха! Так, у меня два, у вас по сколько? Два. Два. Совсем по два. Сейчас третий будет. У меня три. Сука. Сколько у вас? Три. Вон еще бежит. Приготовились, дамаженька. Давайте девки, бейте мобов. И там бейте, давайте пробуем. Сводите. Рост, давай, рост. Звездопад давай. Галшевая, сука. Семь, ебать.
сука, еще 5 секунд целых. 3, 2, 1. Сука, что делать? Пиздец, нахуй. Падайте. Попробуем паладины по 4 моба, я 3. Бейте без промаха! Короче, это... Падайте от мобов. Не бейте. Не станьте. Зачем не станете? Умрите. Что? Ну, типа это... Всем рейдом возле дверей держаться, а хилы только захилят танк и все. Потом, как вы будете сводить, мы сразу побежим в центр. Ну, типа, в центр, да. Там домашний. Только мобов больше надо. Почему, сука, 7 засчитывает, когда 9 надо? Ну, взорвались куча. А просто, как мы только начинаем добивать, появляется страшный номер 9. Что за фигня? ДБМ пишет именно. Йок сранит. Страшный 9. Было вас по 3, было всех по 3, но почему-то только ДБМ попозже написала. А, ну ладно. Нет, да это... Даже не 7, вот мы начали бить, мы убили, и появился 8-й. А, кстати, да, слышишь, Войд? Правильно говорит Этернти. Первого не считаю, то есть когда ты начинаешь, ты забираешь первого, появляется, а потом еще один. И с этого отсчет идет. А. ДБ правильно говорит. Пройдуйтесь, побольше просто соберем и все. Пойдуйтесь, провал безумия, кубак. Знаешь, как надо сделать? Смотри, вы сейчас там соберете где-то далеко, чтобы у нас не летели эти фигни. Вот, а потом вы сведете уже вместе, и потом мы резко ворвемся все и зальем. Ну, типа, чтобы мы не сдохли, пока вы собираете. Угу. Просто в этот раз вы их еще там долго сводили, а мы уже начали бить, и по нам там урос пошел. Да ваншотит уже. Тут в любом случае, не знаю. Ну, сокру, дашь, бей. Протопалы. Я могу вам сказать, когда 9-й появится по ДБМ. Кстати, да, давайте... Ну, мне показано, мы убили всех, и показало вот только страж номер 9 выходит. Блять, хуй знает, ну 7 засчитало же. Остальных что-то 2 не засчитало. Второй вылез, и как раз 9, вот как мы полностью всех убили, вот вылез 8, потом 9 за ним. Все. Короче, по 4 собираем, блять, чек на пух. Станки сбегаемся к анималджазу, анималджаз в центре там, ну, к луже ближе там, не в самой саре. А мы к тебе сбежимся. И это... А кто-то за сакру говорил, типа отдельная вещь. Отдельная вещь, да, сакру, когда начнем бить, типа когда стрелы полетят, увидите по ситуации паладина. Все, пошли Этернити право, анималджаз вперед, и сразу кучам идем. Этернити, беги, агри, кучи. Где второй танк, не вижу, анималджаз. Сука, мы че? Этернити. Ну бегите, ёпли. Этернити, алё, блин. Ну пусть половит, пока он центр. Агрим, блин. Все. Там. Номер один появился. Вот второй, третий. Второй, третий, почему? Резко, почему? Пятый. Бой, ты стан, давай уже, когда все вместе сведете. Когда прям, чтобы по всем прошло. Блять. Шестой, седьмой. Два. Еще активирую. Два. Так, это мой. Восемь. Сука, заправлен. Ждем. Показан на девятый. Близко не подходите, осторожно. Вот вышел девятый. Пока еще, давайте парочку. Ну то, блядь, их как раз на защиту. Еще это был когда? Десятый, одиннадцатый. Когда сведут, тогда и будет. Прожимайте танк. Все, сводим, давайте сводим. Давайте БЛ. КД. Да похуй, бей. Один еще, еще один. Один. Еее! Да ну нахуй. Не говорю вам, блин. Там больше. Ой, красава. Все, падает. Вот ГЦ. Получил ачивку. Бля. Нафига падает, можно ж добить. Да не, не надо, зачем? Нет, мы не убьем, не убьем. А.
Давай. Два и как бы... Ну, в натуре, вот кто-то правильно мне говорил. Ну, по ДБМ, блин. Было дело в том, что нужно от этих стрел их лосать надо, типа, ну вы подходите близко, и они вас дамажат, типа 9 вот стрел, прикинь, по 6 тысяч. Вот, так за лосом и заебись. Блин, меня второй раз уже светит. Ну, город, отбегите, когда это сейв. Ты уставай, спокойно. Вот, все, на БДК захожу, сейчас там, что там. На Вуди Рэла. Забил БДК. Так, что там? Видение, там быстрое убийство, да, что-то такое. Я думаю, за одну комнату на. Тем более вашим составом. Идти йога сравнить за 7 минут. В комнате с Triple Box вообще просто. Вы за одну комнату, походу, должны убить. За одну, конечно, в десятке за одну убивается. Что там, я слышал, короче, типа, сова вообще там заходит, сразу звездопад дает. Да, смотри, прежде чем этот звездопад дать, вот будет, да, еще не было порталов, типа, ты, короче, на себя омоложение, блядь, восстановление, блядь, тебя там заходят, дадут что-то тебе, там, щиток, какое-то говно там, филипец тебе щиток даст, кто там еще, блядь. Как в комнате? Кожу еще прожмешь. Потому что, смотри, чем больше урона ты наносишь по щупальцам, чем больше по тебе прилетает. Если ты просто так зайдешь даже звездопад, ты сдохнешь. Ну, я понял, я, короче, там настак жизненный цвет, уже как он. Ты, типа, должен настакать там, кинь все на себе, и, короче, вот подход им под этими, вот, нажал звездопад, и сразу дубовый, и побежал, и спамишь лунный огонь, короче. Если видишь, что, ну, типа, проседаешь, не спамишь лунный огонь, а нажимаешь на себя хилку, восстановление, всю хуйню, хилишься просто, какую-то быструю хуйню. Ну, ясно. И это, кстати, скажете, типа, что я первый выходил, а то я как тот раз вот... Да, что первый выходил, вот смотрите. У босса будет 4 портала. Вот как представьте квадратик, да, вот это лужа. Дальний левый, дальний правый, ближний левый, ближний правый. Будете так, короче, этот Apple Box ты тут? Ну да. Вот, короче, ближний левый твой портал. Ага. Ближний правый Вуди, дальний правый Простя и дальний левый Филипец. Понял, Филипец? То еще раз? Ёбана в рот. Твой дальний левый. Задумался, не задумался. Вот порталы 4 будет. Сука. 4 портала будет. Понял, нет? Резать. Понял. Да резал уже 2 раза. 5-3 раз. 4 раз. Я думал, это ты валяешься. Короче, блядь, 4 портала появляются. Квадрат такой, представь, да, вон где-то лужа стоит. Есть ближняя левая, ближняя правая, дальняя левая, дальняя правая. Ну. Твой портал, дальний левый. Дальний правый. А, дальний левый, все понял. Вот смотришь сейчас на Сару. Мини-карте. Вот смотришь на Сару, вот красава, да. Блядь. Этернити. Вижу я по карте. Этернити. Дай РЛ, ассисты, там что-то дай. Вуди. Вуди. Ну, я ищу кнопку. Блядь, Этернити. Короче, ну вы поняли, да? Давайте, знаете как? Там, пойдем, короче, комнату. Есть точка, с которой не откидывает, короче, этого дурака, этих миликов. Это она, точка находится в жопе босса, короче. Будем не перед мордой его стоять, а в жопе, прям где мобы появляются. Там могут милики бить этого. Как он? Ну, короче, у нас вообще, блядь, у нас 4 хранителя. Блядь, Этернити. Ты что такое, негодяй? Ты где? Скоро уже РТ. Сука, Этернити. Еще уголовно набить. Сейчас ГП начнут.
Он на самом деле вылетает иногда. Да нет, варка есть. Этернити, блядь. Сука. Тут кто-то есть, кто не. Кто тупой? Есть тупые, нет? Нет, это хорошо. Так это, я в портал захожу, а что дальше в нем делать? Блять, заходишь и убиваешь все просто. Убиваешь, там будет видение, там будет щупальце. Подожди, вот давай я так. Давай, расскажи. Ты заходишь слева, да, в левый портал. Вот ты заходишь в левый портал, попадаешь в комнату такую, идешь налево. То есть мы с правой стороны ее чистим, я с простей, а ты с совой слева. Там будут щупальца, ну то там будут, короче, мобы, которых можно бить. Вот, ты начинаешь их бить, и они превращаются в щупальца. Ну и все, просто должен всех убить. А когда они все умирают, ты разворачиваешься и бежишь в начало этой комнаты, вот куда тебя кинуло. Вот, там будет мозг такой висеть, его надо будет мочить. Все. Понял. Ну, главное, чтобы ты побежал налево, а не направо. Справа бью я с простей, а ты с собой слева. Понял, я короче. Так, Вуди, у тебя ассист. Базаришь в комнате. Смотришь, кто тупой там. Так, я побазарю вне комнаты, значит. Смотрите. Так, Вуди, на тебе метка будет. Все будете стоять в одной метке, не шевелиться сейчас, не дрочиться никуда. РДД будет бить по одному стражу, это все сделается. Сейчас начнем уже... Даю город. Мобы держатся в саре, убиваются взрывом сара, начинается вторая фаза. Блять, все остальное вы знаете из моих мувиков. А когда отплывать надо? Вперед, блять. Этернити, давай эту лужу оббежим вот так вот. Смотри, вот так вот. Скоро мы сразимся, да, с главарем этих заебись, извергов. Вот так. Только не агрите лужи, блять, встаньте в квадрат. Все, далеко моб где-то, не знаю где. Нам надо его. Куда он побежал, Где эти вообще? Быстро, быстро. Первый каст убиваю я, второй. Если он будет. Все нормально. Он должен быть каста, быстро сбивай. У нас тут баф на дамаг. Да, баф, верно. Я того босса на моба. Ну, первая фаза самая простая, блядь. После того, что мы пережили, блядь. Как бы сейчас словите нормально. Первый моб мой, второй твой. И там еще один сзади будет. Третий мой. Третий. Забирай, сука, первый. Сильно приготовьте сметь. Сильно-сильно его, чтобы не появился еще. Да, в любом случае появится. Все, далеко друг от друга не отходим. Филипец, диспелишь рейд. Сова, диспелишь проклятие. Паладины, все диспелить. Сука, все диспелят. Приоритет убивания. Сначала, которое хватает, меня схватило. Убили от большого милики, это где еще мог. Вон в боссе щупальц поставил череп, убили быстро. Да, ну не бьется. Так РДД бейте, похуй. Ну не бьется, оно отхиливается сразу. Вон я уже попытался. Смотри, вон охуенно все бьется. Но блять, задоты и крейты пизда нам все убили. По порталам разошли. Минимал джаз, стой, ко мне. Килан, должен заходить в порталы? Да сука, нет. 4 портала, 4 РДД у нас. Ага. Разлагаю. Просто видишь пакт на мне.
И на тебе. Ой, блядь, квадрат, пожалуйста, совы убейте. Нельзя. О, нашел. Так, встал на свой, вот своего портала, пипец, где я не вижу тебя, блядь. Сука, Сэлбейбук. А, вот. Звездец, сука. Портал, заходи, заходи в него. Заходи, сова, заходи, 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 заходи. От черепа отошли, отошли от черепка, отошли от черепка. Заебись. Все. Бьем мелкие. Быстро мобов сливайте в комнату, выйди командуй. Разбейте вот это. Все, теперь большой, это мое добро. Все, ко входу в комнату бегите, вот бейте мозг. Бейте мозг. Большое все, подбеги сюда, блядь. Сука, бей щупальца, блядь. Отбежал свой мозг. Ну что? Сколько у мозга хп? Половина. Так, у вас 10. О, нихуя. Выходите в портал. Выходите, вы перевели. Заебись. Full DD моба, босса. Давайте покажу, где точка, где не отлетают милики. Отвернулись. Отворачивайтесь. Отвернитесь от босса. Сука, вот эти лучи фиолетовые говорят о том, что вы не отвернулись. Здравомыслие в зеленых колодцах. Пошли восполнять. Если у вас справа дебаф под картой, посмотрите, там здравомыслие. Если у вас меньше 40, бегите в зеленые лучи к стенке пополнять. Вот тут щупальца дотает рейд, убейте его. Вот квадрат. Милики, бегите, в жопе босса можно бить его. А, и вообще надо сливать, бог, что мы делаем. Вот смотрите, сова стоит, потому что за доту ее щупается. Хильните, отерните. Так а где ты, я не знаю. Бегайте постоянно, где-то не... Блядь. О, нашел. Че, рост можете дать? Дайте рост, да. Дайте уже что-то, блядь. Что там у вас? Кончается потихонечку. Но я упал, как бы, и филипец упал. Ладно, да. Так бейте моба, босса, блять, редкий, тоже в жопу зайдите, бейте, я же вам скажу. Костя, добей. Что-то не добьем, да, походу? Дайте ему корону. Не волнуйся, вы все добьем. Я уже девку кончил. Сколько? Постараюсь жить. Да, нормально. Сука, прям вообще жопа, блядь. Без хранителей. Точнее, с хранителями и так хуёво, блядь, все делать. Плохо, что три не на танке не падают. Все, пошли. Ёб не зачитал. Кого? Ёб не зачитал для хранителя. Так мы со смертями, потому что. А. Обвалившаяся галерея. И в пропасть прыгайте. Там алгалон за слезы сейчас делает. А чё, слезы это что? Это бессмертие. Слезы сделаем, да, сейчас. Да изи делаются слезы. Тут, короче, падают топовые перчи и плащ. Вот, кто не собирает, ну это они тканевые. Этого самого посланника, тот не ролите, пожалуйста. Я знаю, просто собирает. Ну и колечко, ну колечко у меня есть. Гости ты получается, да? Ну я не знаю, может кто-то еще собирает. Ну, я еще собираю, у меня там еще много. Идите на Алгалона быстрее, обвалившись в галерею, и в пропасть прыгайте, где были руки. И бегите в планеты, где планеты там.
блядь, шкаф. О, квест сделал. Получилось! Нам удалось опередить Алгалона! Я сейчас так расскажу. Кто не знает, так, квесты такие? Анализа? Да. Что делать? На Ачиву надо шарить тактику. Вот и пиздец. Ну, я дельку найду и выйду. Мы, по сути, тут под Гера его зерганем. Я не знаю, есть ли смысл? А, мы у нас все равно этернити в танке. Все, все тут. Да, у Горн, давайте пулба. Ну, там этернити хочет Шамой, а Шама Вара. А, ну давай. Если тебе слезы не нужны, заходи на Шаму. В смысле, а чего я? Че? Я Шаром. Не-не, я не этому писал. Я Линии писал, что варом зайду. А, я думал, ты хочешь. Ладно. Да, спасибо. Термити. Блять, куда ты проткнулся? Уже съебался, видишь? Блять, Будет тыкаться, нет? Смотри, вышел из мира, ёбана в рот. Я не знаю, жопа горит. У Кости не Молджаз в ретрик, а Шама какой-нибудь ДД. Не Молджаз и так. Ой, не в ретрик, а в протопал, наоборот. А ДД чтобы есть, опять не перезаходить. Интернет, у тебя есть ДД? Блять, почему ты в РК вообще не говоришь? У него микрофона нет, он сломался. Надо фонд какой-то создать, чтобы люди кошелек там скидывали людям, у которых микрофона нет, блядь. Мутанту в первую очередь, блядь. Мутант же этот, через телефон тут говорит он. Где там твой персонаж? Кем ты заходишь? А как вы, кстати, оренете с мутантом, если он как? Без связи? Как, он молчит, блядь, да я нет. Ну я и тоже. Да, блядь, мы без рука, это самое оренили, блядь. Мы без РК, видишь, как вырвали пуканы все. Вон там персонал. Есть у тебя ДД? То... Так, а у него есть ДД? А у тебя есть ДД? Я и так сам. А, блядь, Коломойс, у тебя есть ДД? Ну, РДД есть. Эллим. Вот, давай, Эллим. Нормально дамажишь? Ну, туда-сюда сейчас. Чего? Да. Сейчас, ну, типа, у меня половина шмоток, смотри. А, да похуй. Ну, умеешь? Да. Ну и заебись. Да, или мы сами по себе не поможем, смотри. Да, похуй, 5к даст нормально. Волшебно. Нет, почему, зачем, блядь? Поле-пале будь. Частицу на меня, наверное, и лишь этого, кто там. Animal Jazz, или частицу у него, и хилишь меня, как хочешь. Цель танков. Ой, ты лохнулись быстро. Давай. Ну ты тактику знаешь, да? Ну да. Вот, смотрите, сейчас объясню тактику. Видели все ловушки на лече? Вот, смотрите. Так. Так, сиди, не двигайся, прости. Вот смотрите, вот это вот, вот где прости, это ловушка. Это вот такой вот кружок черненький, да? Вот такой вот, все смотрите внимательно. Вот. Да, вот такой кружок. Ну, надо вот запрыгивать. Он, вот он я, блядь, я тебе сейчас объясню, нихуя не надо запрыгивать. Делайте прям как говорю. Вот взорвалась звезда, да, появилась эта черная дыра, и я такой говорю, блядь, суровый удар, каст 8 секунд, сука. Это можно эту комнату по кругу два раза оббежать за это время. Блядь, вы вот так вот стоите, да? Вы не стоите на противоположной стороне от черной дыры, а стоите вот на таком расстоянии, 15-20 метров, вот как я сейчас от кружка нахожусь. Каст. Я вам говорю в РК, ваши действия, блядь. Вы подходите вот так, вот в черную дыру в эту, и делаете вот такие движения, сука, пока вас не закинет в темный мир, сука, в сумеречную реальность, как на Халионе. Второй мир, тьма, блядь, понимаете, нет? Вот. И тогда, тогда вы делаете следующее. Вот вас закинуло, да? Вы видите, о, нихуя, темнота вокруг. Что вы делаете? Вы отходите вот так вот. На то место, где в светлом мире нет этой, сука, черной дыры никакой.
Тогда, когда закончится каст удара, вы появитесь не в черной дыре и не закинетесь обратно в тьму, потому что вам надо дамажить босса, блядь, хилить танка и так далее. Вот этот момент понятен? Изи. Следующие способности. Кара падает, красненькая метка, из нее выбегать. Если не выбегаешь, если стоишь, вас подкидывают наверх. Помимо 50 тысяч дамага, вы падаете и умираете, если не умираете от дамага. Отбегать. Отбегать нужно не меньше, чем на 10 метров, и не больше, чем на 20 метров, на 15-20. То есть далеко, сука, на ту сторону комнаты не надо бежать. Вот. Мобы, два вида мобов. Звезды, 4. Они дамажатся каждую секунду по проценту ХП, сами умирают, типа. Вот их одна с другой взрывают. Вуди с прости будет взрывать. Вуди ассист, ты командуешь метками. Вот. Я буду ставить метку. Да, еще появляются три созвездия. Три созвездия. Их танк, свободный от босса, заводит в черные дыры. Все, танкую первая, потом Animal Jazz, чек на пол. Не взрывайте звезды, кроме тех, на которых метка стоит. Подошли в звезду все. Волшебный, ты здесь? На трауру поставь и на одну. Беги сюда к нам. Все, запустил. Ваши действия нелогичны. Готовьтесь. Все возможные исходы этой... Смотри, тут там, блин, заборот вроде пёттывает. Короче, ты запустил, вот он этот... сразу такой. 40 секунд пройдет сейчас и запустим. Короче, Гера по таймеру. Видишь таймер? Шаманы, видишь? Кто нас забивает? Подбивает звезды. Да, спросите. Остальные сильно будут. Будет, скажешь, как Геру давать? Да. По идее, уже должен был дать. Сука, молчи. Звезды команды. Он черепок стоит. Одна за другой. Кара, секунда. Взрываем. Давай, Геру, Кара, я отошел. Захил рейд, цепухи. Взрываем. Захил готовим. Цепухи. Шаман, отойди. Цепухи, дал еще. Кара, 5 секунд. Взрываем. Шаман. Кара, секунда, внимание. Отошел. Отошли, Кара. Заводит там. Расскажи ему, как закончим. Последний взрыв. Animal Jazz забирай, я заведу. Сейчас. Помоги подбить. Animal Jazz босс забирай. Быстрей. Ты где, блядь? Забавно. Поставил метку. Суровый удар, 5 секунд. Приготовьтесь, идите к черной дыре. Взрываю. Заходите. Заходи, шаман. Я делаю то, что должен. Почему ты упал? Почему? Смотри. Сука. Я в дырке упал. Взрывайте метку. Прости, метка. Захильте. Взрывается. Четыре. Взрывается. Сейчас подойду. Четыре. Сейчас фаза будет. Забрал. Все, фаза, дамажим босс. Добиваем, тупо миллион осталось. Упали, пиздец. Так посмотри, я в дырке упал, короче. Animal Jazz в тебе, Кара. Может, она исчезла, не знаю. Добивать, Кара. Да нет, там их было две, короче. Одна на одной почти. Тоже от сурового. Вставалку из них.
Мы без волшебного дыра. Мы да? Вот, смотри, мы лежим рядом. Мы лежим рядом, мы в одну дырку бежали. Все понятно. Триничка хорошая, кстати. Опять этот КВ, блин, надо кому, ну? О, я вот заберу вот этот грудак. Я видел миры, охваченные грудак. Пламенем творцов. Их жители гибли, не успев издать ни звука. Я был свидетелем того, как галактики рождались и умирали в мгновение ока. У меня нужно время, да. Я оставался. Надо грудаком бы это. Вон треньку берите, кто на посланника там ретрики. Чувствовал. Ничего. Триллионы загубленных. Надо вам Игнис, у Игнис вот это неужели все. Все они... Игнис, да, неплохо было бы. Все они так же любили. А с этого еще прикольная тринка тоже падает на ДФБ. Ой, не на ДФБ, а на посланника. С дракончика. Но мне она не нужна. Что, не будет висеть, блин? Да, вот сейчас летит. За базарение титанов оказывается. Приставайте, бегите пока. Ты все дальше не идешь? Я изменил код отклика. Ваша планета будет спасена. Я больше не могу полагаться. Да не, погоди, сейчас еще убьем этих двоих. Так их можно после этого убить. Поторопитесь. Найдите источник энергии. После РТ. Ищите в небес. Иди, да, кстати, сейчас же РТ, нахуй надо. Пошли, сейчас, короче, подождите, ИП дам. Стой, дай мне тогда навару ИП. И мне на другого тоже. Сейчас, подожди. Слушай, мы не соберемся потом же. Ну похуй. РТ еще через 20 минут только. Бронзон, если... Типа убить двух боссов, самых легких во всей игре, где вообще ничего не надо делать. Чем ливать-то? Ну пусть прости ливни, там мы добьем. Ну что, прости, надо уходить? Ну кто, кому там надо уходить, я так понял, ему? Просите уходить? Будь слетел. Конечно слетел, потому что добазарил уже алгалон. Ну что, я уже встал, сейчас бегу. Погрей это. Попробуем залосить его, смотри, нихуя. Съебались. Обижаю. Меня сейчас согрется. Да заебись, заебись, похуй. Сука. Кто там уже кого? Нарыпались. Бейте этого петуха. Если этот босс убивается, там 5 человек. Ну и тогда, когда 25-ка собиралась, острокрыла, она там типа... Мы ее убили, по-моему, в 10-ром. Дай, пожалуйста, точно еще на шрупа. В смысле 500? То есть я 2 часа потратил на 500 хип? Да. Ну хрен. Я тоже войну. Ты уходишь? Заебись, я буду с Вудиарином вдвоем, блядь, бить Игниса, нихуя. Да, в голову вы бежите, правильно. Клац, что ли? Ой, нихуя. Ну это в кузне. Бля, мне тут пидоры пить. Сука. Кто? Это пидорас. Нет, не вижу, я уже подтонулся. Живи. Просто живи, блядь. Блинкуй. Заклинание. Это заклинание.
Да, хули, меня Бог убьет. Надо помешать. Я пока не могу использовать эту способность. Надо подождать. Надо подождать. Я пока не могу использовать эту способность. Чего вы хотите, изрыгануть ее? Да шустрее, блин, надоело уже висеть здесь. Не бубни там, блядь. Куда охеренный инст. Да какой интересный. Охеренный. Вот я вот когда знал, я вот спустя года два один одному ШП, вот это веселье будет. Бесит, блядь. Так, Коломойс будет ДД. Или что, лучше, я не знаю. Ригель. Запускай, короче. Да какой запускай, да? Ригеля нет. Пизда, блядь. Чё он не запускается? Всё, я запустил. Давай Коломойс в Уршам, если успеешь. А зачем тут волшебный есть? И конечно. Захилит? Блин, чувак, чё тут хилить? А? Ну похуй, ладно. Хилит, зачем? Не, уже спек. Ну, да похуй, на ману забивайте, гимн на ману прочитал. Адей. Гимн на ману, да. Пипец. Баф. Я тебе говорю, мы тогда в 25-ке в 10 человек убили и ее, и Икса. Может, в 12, в 11, в 12 как-то вот так человек. Ну нет, наоборот, рост здесь дадим. Готовы пушки собираете? Все, давай рост. Давай рост. Рост, рост. Все, перевели. Слушай, не мог взял. А тебе сколько лет? 24. Не похуй. Какие-то мутанты голос такой жесткий, типа. Вроде школьник, школьник жесткий такой. Все, короче, можно идти, да? Я пошел. Да заебал, не служи. Шо, Игорь, сейчас идем? Босс, подожди. Еще одного убьем. Ребят, всем здорово. Здорово, славян, здорово, с днем рождения. Спасибо. Happy birthday to you. Чего, из двух сегодня? С днем вылупления, когда тебя запишут.
Серх атак лагает начинаем, да? Да. 163 уже. А он уже 200 показал. Ну, он прыгает просто. Ребят, а вот я не понимаю, вы эту задержку, блядь, где смотрите? Наводите на этот зеленый компьютер задержку? Нет, нет. Частота смена карты. Ой, задержка то есть. Сервер инфо через точку. Пробьем. А вот эта задержка... Это не то, да? Вот то, что у меня 23 миллисекунды. Только скиньте, как оно там правильно. Давай я мувик запишу. Вот сейчас окей, мувик идет запись, да? Я вот сервер инфо введу, и ты потом посмотришь мувик. Ой, что-то я забыл самое главное. Давай. Нихуя. Серверная задержка 137. Ну вот, я же говорю. 4922 игрока максимум, 4924. А знаете, в чем проблема? В аукционе, они майнят, блядь. Просто майнингом занимаются. Да-да-да, в аукционе травма. Это по-любому из-за того, что вот они общие сделали, и из-за этого правда. Не, они через нас майнят, это инфа сотка. Майнят? Если вот честно, мне кажется, это после Солоки появилось. Ну, именно прям так жестко. Да сука, вихря босса, иди в жопу. Ну вот когда аукцион отключали серверную, там 60-50 прям лайн по 500. В смысле серверный аукцион? Блять, я про задержку говорю, вот отключали аукцион на днях, а вчера тоже вчера. Поверить, и спалили. И когда был онлайн 5500, северная задержка была 50-60. Пизда, мои наушники кто-то сломал. Я не трогал. Ты еще скажи коробку, понял. Все, давай, фаст. Кто-нибудь заспуем. Плюс стартуй. Кристаллик, стой. Найдете очищение огнем, а поглотит вас пламя преисподней. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать. Вперед, войны Железного Дизеля! Войны Железного Дизеля. Ну и голос у меня убрается, да. Стоп, каст. Мне кажется, после первого каста, когда всем Сайлос повешал, уже все должны быть выучены. Так. Ну, нормально. ДДшки уже хочу угарить. Че там все ковш получили? Вперед, войны Железного Дизеля! Да свершится воля Творца! Ранее Экзими! Лол. Помните это заклинание из Гарри Поттера? Забери моба.
очень круто. Завести их надо, да? Они же должны умереть. Получилось, да? Я проиграл. Все, заебись. Кому куда чил МП выходите? Так, это был. Я счастлив. Портал. Да, я счастлив. Тупец, пипца. Кто-то заходит, короче, нет? Не сюда. А кто ли вынул еще один? Я на ИП захожу. Чё там, получил приглашение? Да-да-да, получил.